18 января 2022 года. Видео специально для канала Дед Роман. Вот эти гиль. Вчера были на Эргановской, на Северной. 2,5 килограмма результат на человека. Сегодня вот на Эргановской вообще невозможно стоять, ветрище будет. Добрались до Тигиля. Клёва такого нету, чтобы прям непрерывно клевало, но поклевывает. Вот немного поймал. Вот еще. Ну то есть грех жаловаться по сравнению со вчерашним днем. Результат в разы больше, чем ожидалось от Эргановской. Ну как-то вот так. Холодно, ветер метет. Спину, поэтому долго не могу снимать. Спасибо за внимание.